Компания «Делаваль» существует на рынке более 130 лет. В России более 20 лет. 18 декабря 2007 года произошло событие, открывшее важнейшую страницу в истории развития молочного животноводства в России. Был запущен в эксплуатацию первый в России робот-дойер. Робот-дойер ВМС компании «Делаваль» – система добровольного доения. Это означает, что корова сама идет на дойку. Благодаря такому подходу снижается влияние человеческого фактора, а это, как следствие, приводит к улучшению здоровья вымени и коровы в целом. Повышению качества молока способствует продлению продуктивного долголетия коров, а значит, увеличивает прибыль фермы.